Нечто неожиданное и непонятное. Если бы я такое увидел, я бы, наверное, обосрался. Мы наблюдаем за необычным явлением. И вот у нас белый какой-то светящийся объект, это что-то такое, нечто непонятное движется над охраняемым объектом, над водой. И, собственно, это плавательный бассейн. Вот она движется над водой. Что это такое? Не знаю. Блин, какая-то сущность. Может, это, блин, инопланетяне. Не знаю. Не знаю, что это такое. Ну, что-то... Не знаю, может, оно уже какой-то живой природы. Может быть, я не знаю. Оно движется над водой. Можно предположить, что это что-то такое, созданное человеком, но это происходит в ночное время. На самом деле, то, что у вас перед экранами, это в полной темноте происходит над плавательным бассейном, но оставляет какое-то свечение. Собственно, оно погружается и вот так вот движется, что ли, вот я не знаю, как-то своеобразное такое, но движение происходит вот этого светящего объекта. Не знаю, не по живой ли оно природы, или может быть это какое-то искажение там чего-то там непонятно, очень непонятно. Какой-то объект. Если бы это был бы день, то можно было сказать, что это какие-то блики, но какие блики могут это... Камера, так скажем, камера ночного видения. Какие блики могут быть в темноте, понимаете? Темнота, на самом деле. Темнота там не горит в этот момент никакого света, чтобы могло создавать какие-либо блики. И поэтому возникает вопрос, что это? Что это? Это может быть от воды какой-то эффект, но видите, этот светящий объект, он оставляет, так скажем, отражение на воде от себя. Идет отражение. Если бы не было, вот так скажем, отражения на поверхности, то как бы можно было намного это списать. Видите, и очень как бы странно. Может, я даже теряюсь в догадках, что это такое. Кто-то может сказать, да, ну это, ну это, подумаешь, что такого. Ну, что-то в полнейшей темноте, какой-то свет, собственно, над поверхностью воды ходит туда-сюда. Не знаю, если бы я бы в темноте что-то подобное видел, я бы, наверное, обосрался. Или еще что-то в этом духе. Видите, и у нас их объекта стало два уже, как бы. Это один из них вот явно видно, что он, от него остаются отражения на поверхности. Но в саму воду он как бы не погружается. Все над поверхностью воды вот так он движется. Достаточно, собственно, почему-то по одному направлению, практически параллельно дорожке, как будто, не знаю, хочет... Нет, вот видите, он местами он пытается погрузиться. Очень-очень странно себя ведет. Собственно, это все дело заснято с камеры и очень-очень странно. Вот тут чутка покрупнее, если вот посмотреть, видите, что там может, какие отражения такого эффекта добиваться. И вспомните, когда зеркалом или чем-то вы делаете этот светлячок или что-то такое, оно же
просто падает, получается, на какую-то поверхность, оно в воздухе-то не висит, понимаете, как бы, в чем это очевидное, невероятное. Я, конечно, не канал РЕН-ТВ, да, но как бы оно не падает же на поверхность там, на стенку противоположную, да. Оно и не то, что это издает свет, оно еще и над поверхностью летает, движется, да, какие-то движения. Этот свет падает, видите, в воду, да, он но и сам движется. Видите, как очень странно, как получается, да? Поэтому все это очень странно выглядит. Очень странно выглядит.